Здравствуйте! Сегодня мы проведем небольшой обзор измельчителя овощей, фруктов и кочанов, модель КМ4380. Агрегат получился очень надежным и производительным. Смотрите в описании. Скажем несколько слов о технике безопасности. Все электрические станки обязательно должны быть заземлены. Если корморезка включена, в емкость с ножами руки или какие-то другие предметы не вставлять. Электрооборудование станка должно быть всегда сухим. Электрооборудование овощерезки состоит из двигателя промышленного, автоматика для защиты от короткого замыкания, магнитного пускателя с тепловым реле от перегрузки двигателя. Перед работой нужно отрегулировать кабель и разъем папа-мама. Ножи сделаны из спецстали, прошедшие ковку и термообработку. Конструкция корпуса очень мощная, на долгие годы. Емкость сделана с трубы 420 мм, толщиною 7 мм. Плита с листа 5 мм, а режущий диск толщиною 8 мм. Ручки для удобной транспортировки. Фракция измельчения регулируется наклоном угла. Подготовка к работе. Включаем вилку в розетку. Включаем автоматик. Включаем кнопку магнитного пускателя и агрегат работает. Измельчать будем свеклу, яблоко, морку и кочаны. Открываем крышку емкости и засыпаем корма, который нужно измельчить. А сейчас мы покажем кормоизмельчитель в работе. Some people that's from Boardman, but this world wouldn't be without me.
После работы можно промыть и почистить емкость. Используется отличная двойная защита от проникновения жидкости в двигатель. Описание овощерезки внизу под видео. Доставка новой почты или самовывоз.